В поселке Горячие Ключи по Голоустинскому тракту косуля зашла в ограду частного дома. Морда у косули вся в ранах и ссадинах. Люди позвонили нам, чтобы мы спасли животное, оказали ей помощь. Мы сразу же отправились в Горячие Ключи, чтобы оказать помощь животному. Косуля была отловлена, ее погрузили в машину и доставили в ветеринарный госпиталь для бездомных животных в городе Иркутске. Косуля прибыла в ветеринарный госпиталь для бездомных животных. В ветеринарный госпиталь К9 поступила косуля. Имеются на мордочке ссадины, сломаны рога, оба, кровоподтеки, отек на глазах, также сорвана кожа. Носовое зеркало также сорвана кожа, но уже имеется тоненькая кожица. Есть раны в области лопатки. В области лопатки тоже как ссадина. Шерсть отсутствует. Но здесь уже как бы ничего такого страшного нет. Но копыта целые. Видимых каких-то повреждений нет. На копытах, в принципе, больше особо повреждений нигде на ней нет. Все раны косули были обработаны ветеринарными врачами. Серьезных повреждений, угрожающих жизни косули, нет. Рога обломаны, на морде присутствуют ссадины и кровоподтеки. На боках есть неглубокие раны. Когда косуля немного подлечится, придет в себя, мы ее выпустим в естественную среду обитания, в дикую природу. Там косуля быстро пойдет на поправку.